Вот работа корпусом посмелее, не резко, а поувереннее и побольше амплитуду поворота попробуй сделать. Идем назад, назад, вытаскиваем. Видишь, другой крен. Соображаешь? Видишь, в мелочах. Вот приятно смотреть, когда человек не бестолково бегает, а уже сознанием делает. Работаем, работаем, не сдаемся, идем назад, вытаскиваем консоль. Отлично, балансируемся, центровались. Идем, идем, вытаскиваем, вытаскиваем. Теперь подходим. Чувствуешь, уже не победить, уже все сыпется 100%. Значит, используй этот момент, чтобы как можно ровнее легло, чтобы тебе потом не мудохаться с ним. Главное, в шлеме, блядь, уши не отрежут.